Здоровчики, ребятки, с вами Хася. Да, немножко припозднился, но я уезжал. Меня, в принципе, физически не было у компьютера, поэтому я не мог снять видео про эти контейнеры. А по названию ролика вы уже поняли, что здесь происходит. Скорее всего, вы уже даже открывали их или посмотрели видео на ютубе, как их открывают. Но я только сейчас приехал. Я увидел, что есть такие интересные контейнеры в этой игре. И, конечно же, не мог пройти мимо, потому что, ну, мне просто для галочки нужно их открыть, потому что мне интересно, что же там выпадет. К сожалению, сегодня видео будет без камеры, потому что я не могу с камерой записать видео. Вот так вот. Прикол. Ну, получается, как в старые добрые времена. Посидим с вами, поговорим. Ну и подвезите Игорьку лайкосика под видосом. Подписочку на канал. Ну и, конечно же, комментарий свой напишите. Ну, если вы, конечно, соскучились по мне, то держите. Ну и, конечно же, не забывайте, что спонсор нашего ролика — это компания OneX с лучшими коэффициентами на матче, с регистрацией в один клик, без паспорта, с пополнением, без комиссий. Слотики имеются и, конечно же, имеется промокод для новых игроков. $550 на первый депозит. Ссылка в закрепленном комментарии. Итак, у нас есть сейчас ивент, да? Вы знаете, на какой-то дебильный танк. На Т-44. Ерундистика полнейшая, ну ладно. Меня это не особо интересует. Заключи тут какие-то контейнеры. Ну это, ну что это такое? Ну ладно, это более-менее. Нас, конечно же, интересует контейнер, который называется у нас мега-созвездие. Мега-развод на бабки. 1500 голды стоит, вы это все знаете, что вам рассказываю, потому что вы были в этой игре во время старта ивента, я только присоединился, ну, бывает. Так вот, контейнер интересный есть, 100 тысяч голды имеется, и еще есть мистический сертификат. Ну вообще, что это такое? Мистический сертификат — это у нас награда с мистического контейнера, а тут их везде раскидывают, ну никакой ценности уже и нет. Итак, контейнер стоит 2500 голды, нихерашечки себе, скажу я вам. Ну ладно, я готов к этому издевательству над собой, поэтому погнали. Давай мне, короче, 25 мегаконтейнеров, и я доволен. Контейнер сюрприз. В принципе, получается так, что, наверное, довольно-таки сратые контейнеры. Ну как сратые, 2500 просто это дорого по факту, это реально дорого. За американский контейнер он не стоит столько денег, то есть он не стоит столько, 2500 голды. Контейнер в прошлых эпизодах. Ну вот нахрена он нужен? Он стоит 2500 голды? Шиш! Ладно. Вот, мега-контейнер. Контейнеры, которые у нас национальные, это шляпа шляпная. Я их вообще терпеть не могу, не знаю, кто их открывает. Это параша, блевотина и мусор. Я лучше сюрприз буду открывать, потому что они более интересные. Американские, да, у нас вот такие вот контейнеры. Ой, так, мне дали еще один мега-контейнер. Контейнер сюрприз. Ну вот это уже неплохо. В эпизодах, ясно. Господи, что ты делаешь? Ну потому что мега-контейнер — это у нас гарантом 1000 голды. Вы знаете, скорее всего, это, да? Что получается? 25 тысяч голды на 15, это 30. Боже, блин. 35. Короче, что-то около 40, ну не впадло считать сейчас. Короче, около 40 косарей голды за... Ну, это капец. Подожди, какие около 40, что-то я лишнего болтанул. Ну, 37 тысяч голды, 37 500. Дороговато. Дороговато. Ох, нихрена себе, 3 контейнера, 752. Да, он у меня есть, но компенс ловить было бы неплохо. Опять мне дают мистический контейнер. Все, я купил 15 штук. Я в минусе, ну, на 37 500 получается, да? Как будто бы нет. Почему-то... Как странно, когда считается 27, а сколько у меня было? А, у меня было 410, все окей. Ну, Игорек туповатый, бывает, что здесь такого. Да, давайте тогда с неинтересного. Эти вот будем открывать национальные контейнеры, которые... Параша, вот даже не давай мне ничего. Я даже не хочу тебя видеть вообще. Китайский, американский, блевотина просто. Нет, ну если коллекционочку даст, вопросов нет. Вот вы понимаете, что он мне должен дать из 15 контейнеров? Даже, ну, там больше получается, чтобы я вышел хотя бы в около нуля. Вот ТС-5 мне, да? ТС-5 это около нуля? Это около... Ну вы поняли, да? Ну вот это вот вообще жесть уже. А, давай. Я просто не всегда прохожу ивенты, пусть вот боевые пропуска до конца, поэтому у меня бывает чего-то нет. Британский бабах есть? Бабахи нет, ну ладно. Бабаха! Вылезай! Опа, валите! Боже мой, ё-моё, он так светиться начал. Я думал, уже реально бабаха вылазит. Ну вот я же говорю, ну парашек вот парашный, ну просто
кусок дерьма, извиняюсь. Окей, сюрприз. Калибан, Бурасик, ну, 2-6-0 уже неплохо. 1000 голды, это замечательно просто. И Химера, я пока что в минусе, просто в тотальнейшем минусе. Давай будем Бурасика, да, 10 тысяч голды. Мне надо 4 раза по 10 тысяч голды достать. О, ты мой родной Бурасичек. Вот мы с ним дружим, конечно. 5 тысяч голды мне дает. Я в минусе теперь на 30 сколько-то там. 200. Так, Калибан, Калибаша, Калибуля. 10 тысяч. О, 10 тысяч вылетает. Ух, сюда, блин. Нет, конечно, кусок дерьма. Но, между прочим, 3700 голды хотя бы. Короче, я буду в минусе, блин, я сейчас вангую. Это 25 тысяч минуса будет. Записывайте, это железобетонно. А вы не хотите лайки ставить мне? Так, Рампанзер, Рампанзер. 10 тысяч голды тоже можно достать. Хотя и танк тоже мне не помешал бы, но мне, конечно же, пошел ты нахер, сказали, ну ладно. Супер. Ну, супер коня. Супер залупа. 1000 голды. Так, у меня осталось, смотрите, у меня осталось 4 мегаконтейнера и 3 про этих, ну, просто космос. Похоже просто. Объекта 752. Ну, это ж капец просто. Это ж капец. Опа. Сюда. Камуфляж. Блять, ну хоть танк, да, ё-моё, 5000 голды. Господи, повезло, что у меня камера нет. У меня, блин, глаза вытекают из орбит. 100 голды, блядь. Контейнер 752. 100 голды он мне дает. Алкаш. Ну все, ну 4 косаря голды железные и все, мне ничего не даст. А это что такое? В смысле? Это что, старые мистики? Чего, блин? Не понял. Это мегаконтейнеры даже сратые. Боже, я только сейчас догнал. Ёпара СТ. Это мегаконтейнеры, в которых нет гарантированно 1000 голды. Чё за дичь? Ой, ребят, мне давление поднимается. 4000 голды хотел поднять. Скушлёпок, блин. Это реально старый мистик. Обалдеть. Ёпара СТ. Я в шоке просто. Ну ладно, давайте открою. Я хотел бы оставить его себе на память. Или давайте я оставлю все-таки. Когда я еще его получу. Пошло! Так, у меня было 410 тысяч голды, запомните, ребята. Я достал ровным счетом ни хрена. Да, ну фон профиля достал, вопросов нет. Я в минусе на 23 тысячи, да? За 23 тысячи я достал парочку фонов профилей. Окей, мистик. Ну, ребят, я понимаю, что вы хотели бы, чтобы я его открыл, но поймите меня, вы знаете, сколько я их открыл? Я и тысячами открывал, и у меня ни одного не осталось. Ну, хотя бы на память пускай стоит и радует нам глаза вместе с вами на стримах. Мне, ну, это классно. 23 косаря в минусе, ёпарасет. Ребят, прожмите лайк там как-нибудь. Как-нибудь вы сможете, я думаю, это сделать. Все, спасибо вам за просмотр. Пошло нам нахер, сегодня стрим запущу, может быть. Потрещим, обсудим вот это вот скамерское мероприятие Покедова.